Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Всем привет, кто участвует здесь на трансляции на данный момент. То, что сейчас произошло, это прям отвратительно очень. Если здесь кто-нибудь есть, то напишите что-нибудь в комментариях, пожалуйста. Но Population Standard Just Standard Game Apocalypsis. This attempt so bad. Africa 5 minutes. Thank you.
Всем привет, кто пришел на трансляцию. Напишите что-нибудь в комментариях, чтобы я знал, что вы живы. Тем, кто присутствует на трансляции, напишите что-нибудь в комментариях, чтобы я знал, что вы живы.
Thank you.
Хай, бэкпак из ледер. Thank you.
I'm here. Yeah.
Да, привет, микрофон есть. Просто я его не включаю, когда никого нет. Вот, такие дела. Как видишь, я уже здесь просто фанюсь. Идея поиграть вместе, постримить, то я за, да. У тебя Steam-версия или не Steam-версия? В основном все зависит от этого. Я как бы могу и не Steam-версию тоже играть. Пиратка. Тогда нам надо с тобой будет установить Radmin VPN, называется программа. Слышала такой? Я напишу. Вообще-то мне на самом деле надо бы уже сейчас выезжать. Музыку в игре ты имеешь в виду? Окей. Меня тихо слышно, да? Через микрофон. Ну, как сказать? Короче, меня самого слышно тише, чем саму игру. Вот. Я сегодня это настраивал, но так и не настроил. Не знаю, час, может быть два. Как повезет. Я могу сделать погромче микрофон, если хочешь, в принципе. Вот так, вот. Получше будет, погромче. Надо переназвать видео, я сделал минимум 3 попытки, наверное. Надо его переименовать по-другому. Так, стоп. А где вообще моя трансляция, я не понял. А, вот она. 19-22 поставлю. Понятно. Сколько вообще Project Zomboid играл по времени примерно? Ну или сколько игр, если тебе так легче будет определять. Понятненько. Нам надо с тобой связаться или в Телеграме, или в WhatsApp. Или в Дискорде, или в Телеграме. Как тебе было бы удобнее? Мне в Телеграме.
Ну, на практике, на самом деле, вот смотри, у меня, короче, на канале ты можешь увидеть несколько стримов, довольно-таки продолжительных. И вот в основном смерти в Project Zomboid связаны именно с механикой игры. То есть она здесь необычная, так скажем. Недавно сделал видос вчера. Там как раз таки он называется «За что я люблю Project Zomboid». Вот обязательно ознакомься с ним. Ой, знал бы я еще сам свой Discord. Было бы вообще хорошо. Можешь свой скинуть, я тебе отправлю приглашение. Отправил тебе запрос, принимай. Здравствуйте. Почему-то я вас не слышу. Я настраиваю. А, понял. Ладно, наверное, собираться я буду. Да поеду. По делишкам. Я пока сделаю все. Ладно, по моим часам 5:18, мне к 6 часам надо ехать, но плюс мне еще надо в машину загрузить разные вещи. Вообще без проблем. Ага. Ладно, я тогда как вернусь, тебе напишу в Дискорде. Там свяжемся. Окей, я пока все сделаю. Хорошо, ладненько, давай. Давай.